А? Плачь. Меня отпустил, друзья. Непонятное существо. Подруга там тебя твоя зовет. Фиолет. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня начинается у нас пятый день нашего велопутешествия. Мы собираем палатки, готовим завтрак. Алексей сейчас поехал у нас за водой на источник. Вот сейчас должен приехать уже скоро. Ты торжок сгонял? Ага, по вырову. Здравствуйте, дамы и господа. Плачешь? Ветер. Короче, тебе привет. От двух бабушек, одного дедушки. И нам удачи в дороге пожелали. Вот. Сказали, что теперь воды у нас хоть залейся. И порекомендовали сходить на фонтан, который будет скоро. Фонтан сероводородный. Мы говорим, ну я знаю, типа у нас есть эта точка отмечена. Он говорит, вот сходите, она для ног очень полезна. Друзья, мы подъехали к JPX. Филимоновский сероводородный родник. Фига он бьет. 4 метра бил. 4 метра? Якобы да. Я не видел, правда. Сейчас сероводородом особо не пахнет. Сейчас все сделаю. Так бывает, сядешь? Да. Ася! Меня отпустил, друзья. Я просто очень рад, что меня отпустила аллергия. Вот. И мы приехали к церкви Космы и Демьяна. Космодемьянской, короче, церковь. Вот, основана в 814 году. Все, больше ничего не знаю про нее. Она, по-моему, освящена в этом году. Да? Да. Тут какой-то еще парк. Еще парк. Заложил. В 18 веке генерал. Генерал! Веригин. Друзья, мы зашли в парк, основанный генералом. Каким? Забыл. Веригин. Очень похоже, как в Осташкове. Вот беседка и мостик такой. Ну, конечно, грязно все. И внутри, и снаружи. И вот такой мостик. И вон наши велики стоят. Нас с самого порога этого городка встретили очень дружелюбно. Душевная дедушка. Бабушка была. Это дедушка. Бабушка была. Да? Да, и дети все здороваются. Они просто до определенного возраста, короче, здороваются, а потом превращаются в эту бабушку-дедушку такой что-то. Да. Ладно, в общем. Идем к велосипеду, едем дальше. Запускали поросенка, поросенок выбежал где-то в чешок. А тут еще там вон там был, там есть весы, походу. Там весы. А почему так называется? Деревня у вас или село? Деревня. А почему? Не знаю. Почему? А, да, деревня. Библиотека есть? Да, вон, если с другой стороны? Да. Подруга там тебя твоя зовет. Да. Привет. Ага. Привет, я передавай. Речка Тюшенка. Там тетенька ловит рыбу. Тим, присоединяйся. Ага. Тетенька. Дайте половить рыбку. Так, мы проехали 238 километров.
Друзья, не знаю, видно меня, не видно. В общем, сегодня какой день-то закончился? Пятый? Пятый день, точнее, не закончился, вот подходит к концу. Сейчас мы готовим ужин. Тим готовит, и я отгоняю комаров вот таким вот образом. Комаров действительно меньше становится. Остановились мы вот в таком поле. На берегу вот такой вот штуки. Я не знаю, как это называется. Озеро, наверное. Я сам не понимаю, потому что что-то звонит. Да, непонятно, что это такое. В общем, всем приятного аппетита, спокойной ночи и от нас, от всех, привет. We'll be right back.